Здорово, пацаны! Решили мы со Славиком сегодня погулять по орловским просторам. Сады. Да, в плодово-ягодных садах решили прогуляться. А то давно здесь не лазили. Надо локации посмотреть. Да, этот год яблочный. Вот пришли на всякий случай позырить, будут ли яблоки или нет. Должны есть. А заодно сейчас пойдем посмотрим, есть ли клубника и прочая канитель. Клубнику охраняют. Да, клубнику охраняют мужики с двухстволками. Да, Славик? Я не знаю, что, но там собаки. Собаки, говорят, какие-то есть. Может, медведи? Нет, собаки. Под балалайку пляшет. Вот когда твой балалайшник-то приедет? Говорил в июле. С балалайкой надо сюда ходить. Чтоб собаки уже его заслушивали. Во, ля, слышь, Слав, может уже можно яблоки рвать? Смотри, какие здоровые. Прошло месяц всего. Может попробуешь? Может попробуешь? Хочешь кислятину съесть, попробуй. Ты не хочешь? Бля, яблок, короче, будет много. Смотри, смотри, там уже красненькие какие, кое-какие есть. Сорт такой. Какой такой? Да кислые они. Да? А вдруг не кислые? Ну, сорви, попробуй. Да ты что, охерел же? Да, яблок полным-полно. В этом году обожремся. Бля, кругом яблоки. А мы еще находили какие-то авокадо или ананасы, что-то там подумали. Ну или что-то какое-то непонятное. Там эти, абрикосы есть. Здесь абрикосы и сливы такие. Ага, вообще. Глянь, какие поля, гречки. Во вещь. А, я вспомнил. Про гофигал. Что купаюсь там? В голеньком море, я потерял девственность вскоре. Не знал, что попу нужно беречь, ко мне подплыла рыбомеч. Ребят, чтобы вы были в курсе, у Славика Боцмана была здесь подземная какая-то землянка. И он там жил с пацанами. Жил, не тужил, пока ее медведь не разобрал по бревнышкам. Вот сейчас мы попробуем ее найти. Надо вот туда зайти. Славик, ну в пизду твою землянку. Хорошо. Тут, блядь, ноги сломаешь нахрен. Не, а раньше тут не был такой. Лучше иди лови рыбу меч. Раньше такого не было. Ну, сейчас вылетел, увидим. Как? Загребукин. Да, локация неплохая. Вот здесь мы и будем, Слава, клип снимать. Ключа как сюда тащить? Да не надо его сюда тащить. Не надо. Ключа мы на базе снимем. Вот надпись хорошая. Зорро вообще ништяк. Вон там Леха танк, все дела, вон морды всякие. И Загребукин. Загребукин хороший. Да, вещь. Да. Че, Слав, пойдем озеро проверять? Да, пойдем. Слава, знаешь, что это такое? Собака. Блять, вот собак мне тут только не хватало. Вот это великий самогонный аппарат. Да. А сейчас мы проходим мимо яблочных плантаций. Яблочные плантации длиною в жизнь. Конца края не видно. Этот яблочный год будет... Яблоки, ну тут неплохие есть, вкусные, сладкие, да? Не сочные, да. Облака какие красивые. Погода вообще. И вообще вещь. Сегодня погода вещь. А вот здесь, короче, на дубах белки сидят. Тут когда вечером идешь, они желудями кидаются, замахали. Белки, да. Да, тут прям идешь, они прям желудями швыряются. Вот змеи. Змеи. Ну что, Слав, зашибись озеро. Отлично. Прудик очень хороший. Да? Угу. Вон там мужики какие-то ловят, сидят. Да, мне кажется, они там ничего не ловят. Просто там сидят, он квасит.
пришли отдыхать, типа. Да, вот здесь хорошо. Кстати, да. Вот здесь, да, неплохо. Он как раз закидывать. Братва шли-шли и нарвались на вишне. На вишню и черешню. Да, вишня, вот черешня. Это вишня. Вот это вишня, а да, вот это черешня, да? Угу. Блин, крутая вообще вещь. Вообще вон, ништяк. Гляньте, вообще труба. Крутая. И почем сейчас вишня, Слав, у нас? Черешня по 500 рублей. Да. А тут вон, блядь, можно целое ведро набрать. 10-килограммовый с одного куста. Да, вообще вещь. Класс. Ну и такая нормальная, не кислятина. Ну да, вообще классная. Ну да, вот это нам повезло. А вот эта маленькая, но черная какая-то. Это вишня. А, вот это вишня, да? Угу. Класс. Это сладкая вишня. Да? Угу. Как ты, Слав, оцениваешь? На 5 баллов? Да. И сливу, смотри, еще она не спелая, там, но будут. А, ну да, глянь, нифига себе. Тут еще и сливы вон. Прикольно. Слушай, вообще вещь. Ну, это в конце июля было. А вот это, парни, смородина красная. Классная. Красная, классная. Гляньте ее сколько здесь. Труба. Что там, Слав? Вот белая. Вот какой-то тут написано 7-й ряд. Белая. Белая смородина. Вот, это, вот это нормально. Да? Угу. Слайк какой-то белый нашел. Бля, вот это она такая крупная, да? Да. Ух ты, прикольно. Это нормально. Вкусно. Да. Ну, а это еще недозрелая. Вот это недозрелая, да? Нет. Она... Не, это может быть... Нет. Ладно. Белая, но она никакая. Вкус, вот это вкуснее. Белая. Да. Ага. Ну на компот бы все равно пошла. На компот пошла. А зачем вот эти кульки на них навешивают? А это, наверное, прививали там ветки какие. У-у-у. Ну все равно, блин, такие кустяры просто. Такие прикольные. Да тут ее, вон, посмотри, сколько. Да и труба тут, глянь, длиной в жизнь.